Отец мой небесный, я так хочу, чтобы еще миллионы и миллионы, миллиарды даже людей спаслись, чтобы они были спасены во Христе. Я благодарю Тебя за этот год, который уходит. Я могу смотреть в будущее с надеждой и верой, что Ты поддержишь меня и дальше. Уходящий 2020 год для многих был непростым. Но именно в трудностях и испытаниях последнего времени Господь особенно близок к Своим детям. ТБН уже готовится к Рождеству и молитвенному марафону. В первый день марафона в прямом эфире в течение 5 часов мы будем молиться за исцеление вас и ваших близких, за благословение во всех делах и финансовом успехе для каждого. Второй день марафона будет наполнен пророчествами на 2021 год. Вы непременно получите от помазанников и служителей слово от Господа. Узнаете, что нужно изменить в себе с приходом нового времени. В третий день марафона мы вознесем великую хвалу Господу. Будем петь и радоваться славе Божьей. Будем благодарить Бога за прошедший год. От всей души горячо прославлять и поклоняться всемогущему за Его главный бесценный дар – Иисуса Христа. Не пропусти благословения и особенные откровения от нашего любящего Отца –